Я сейчас хочу играть больше во второй Диабл, но как бы мы решили с первой начать и пойти дальше. Да, почему нет? Ну, если... не факт, что до третьей дойдем. Потому что у меня такие плохие воспоминания с третьей. Она не особо играбельна, я бы так сказала. Мне больше никто не звонит. Не звонит. Звонит. А звонит. На всякий случай просто. Вообще похуй, я сейчас. Блять, так меня близы бы бесит просто, я не могу. Ты должен расслабиться. Не, смотри, сейчас что я сделаю. Давай. Смотри, что сейчас я сделаю. Первый Last of Us, ну, он мне понравился, но потом, когда я его перепроходил, я понял, что он унылый. Я беру ложку и протыкаю это мороженое. Ага. Беру миндальку и ем. Очень интересная информация. Вкусненько. Ну. Да, там решения какие-то странные у Blizzard опять же были. Ну вот говорю, у меня единственная претензия к Diablo на данный момент — это сложность. И вот мы сейчас проходим эти акты, и я понимаю, какой же здесь уебищный сюжет. И он еще тогда, знаете, в те времена, когда Диабло вышел, так подавался. Какие-то записи надо слушать, сука. Ты играешь, короче, пускаешь вот эти лазеры монстров туда-сюда, и тебе надо кого-то слушать. Помню, когда я играла Hearthstone на стриме, то постоянно подходили какие-то чуваки, и им прям так было интересно, короче, то, что девушка играет в Hearthstone, при том, что они сами играют в Hearthstone. И они заходили на мои трансляции и так дико интересовались.